19 января 2019 год. Харьков, Хрещение. Водохреща. Ну тут, я так понимаю, прорубь не окунается за отсутствием таковой. Но святят люди воду. Вон аж куда уходит очередь. В больших количествах. Ну, конечно, еще больше на Кидлярчином Яре, на Саржином Яре вообще там заторы. В общем, празднуют православные. Вот мне интересно, православные дни празднуют Рождество 24-25 января, а другие православные 6-7 января. А как с Водохрещением, с Крещением? Тоже разные даты или одна и та же? Ну, в общем, 19 января 2019 Харьков. Манжосов Яр.